ничего не решает. И как бы самое главное, чтобы это все перенеслось в сезон. Ну да, получилась удачная игра, мы хорошо сыграли. Единственное то, что начали плохо. Ну, это еще раз предсезонная игра, и мне кажется, это все поправится. Будем делать выводы. В принципе, пока мы довольны. Ну, закончились сегодня сборы как бы в Германии. Вот, как они прошли, вот, на ваш взгляд? Я считаю, то, что мы план работы весь выполнили. Сборы прошли, мне кажется, замечательно. Вот, у всех хорошее настроение у ребят. И я думаю, это хорошо. Немцам вчера не обидно было проиграть? Ну, видите, эти игры ничего не решают. Как бы мы смотрим, привыкаем друг к другу, ищем нить игры. Я думаю, ничего страшного не произошло.